Доброго вечора. Це мистецько-розважальний проект «Дійові особи» щодня в прямому ефірі з 5 до 6 вечора. По буднях ми знайомимо вас з цікавими та неординарними людьми Черкас. Сьогодні мова піде про розвагу із користю для здоров'я. Тож до мене на гостину завітала надзвичайна людина, яка багато років займається моржуванням, рекордсмен, винахідник, також очільник клубу довгожителів Черкас – на прізвисько «Черкаський дельфін» Олександр Толбатов. І це людина, яка має надзвичайно позитивну енергію. І також його послідовниця, інструктор із плавання в групі здоров'я Клавдія Тертишник. Доброго вечора, шановні гості. Добрий вечір, черкащане, гості міста і не тільки, як я завжди говорю. І я до нашої розмови також запрошую вас, шановні глядачі, телефонуйте 37 53 33, і ви матимете можливість в прямому ефірі поспілкуватися з нашими позитивними гостями. Перше питання до вас. Цими вихідними, минулими вихідними, у Черкасах стартував уже сезон моржування. Скажіть, будь ласка, скільки цього року взяло участь у відкритті сезону, і чи з роками кількість людей, які вдаються до такого способу життя, ризикованого, як на мій погляд, чи збільшується, чи зменшується з роками? Ну, я вам скажу, що навіть от літом, коли у нас була акція пам'яті по Сережі Лашкарєву, президенті Асоціації моржей України, ми відправляли віночок теж на його пам'ять, на фарватері двома клубами, Черкасский клуб «Дельфины» и Черкасский клуб «Доложителей», то, конечно, очень было радостно смотреть, сколько народа поверило в себя прежде всего. И тоже на открытии сезона моржей было очень много народа. Конечно, получился небольшой казус из-за того, что я получил переохлаждение. Ну там я хочу успокоить всех зрителей, и не только зрителей, всех гостей, что ничего страшного не случилось. Это просто школа жизни, я считаю так. Получил я переохлаждение, но у меня организм закаленный, и буквально за сутки я стал на ноги. И в понедельник рано утром я уже при обходе в больнице, в первой больнице, где я находился, то меня сразу же отпустили, видят, что я здоровый, температура нормальная, давление в норме. Все, говорят, здоровому мужчину нечего тут держать, нужно идти опять на службу народу. И я готов был приступить хоть в тот же самый момент. Бывают такие казусы, но если бы не было ошибок, я всегда говорю, не ошибается тот, кто вообще ничего не делает. А мы что-то же делаем. Вот результат теперь налицо. Сколько народа идет к здоровому образу жизни. И молодежи сколько. Душа радуется. Школьников сколько было. Это очень позитивное настроение было у всех. А чи не підраховували, скільки людей зібралося на відкриття сезону? От так, на мій взгляд, примерно, як я ж кожен божий день з 3:30 утра встаю і в 5 часов відкриваю домики, там наші дві битовочки, то, на мій взгляд, не менше 300 чоловік було в цей день, в день відкриття сезону моржей. И в основном все прыгали в водичку с удовольствием, радовались жизни и радовались тому, что они преодолели себя прежде всего. И я считаю, что это очень позитивный момент. И почаще бы собирались мы, так сказать, вот коллективно и радовали друг друга тем, что мы можем заниматься в водичке, в природе, почаще выходить в природу, а не быть несмышленышами, не сидеть в четырех стенах. Вот это мое такое мнение. Ну, про це ми ще детальніше поговоримо. А скажіть, будь ласка, як давно започаткували традицію моржування, відкривати сезон моржування вже отак от серйозно в Черкасах? У нас третій рік підряд ми відкривали.
Вот. Было поначалу меньше, второй год больше было народа, но в этом году очень хорошо, как говорится, был заполнен пляж, и трибуны были заполнены. И огромная благодарность нашей службе МЧС. Они уделили очень много внимания. Руководство города пошло навстречу. Спорткомитеты приняли участие активное. Были люди, ну, так сказать, и детки, и люди были отмечены призами, подарками, и грамотами, и сертификатами моржей. Вот у нас только в Черкасском клубе долгожителей 95 человек стали моржами. Узаконеними, так сказати. Ну це так, да, це ми подивимося буквально за хвилиночку в нашому відеоматеріалі. А я так розумію, пані Клавдія теж була присутня на березі Дніпра і теж відкривала сезон моржування. Ну а як же, куди я без Ніколаєвича? Ой, господи, я вже з ним 8 років. Я в нього влюбилась з першого ж разу. Він вміє так добре подавати свою роботу, своє відношення к людям. Что ну, невозможно было за ним просто не пойти. Ну, первое, что он меня сагитировал, сразу жилет. Мы сделали жилет с мужем. Ну, вот. А потом пошла я в воду с ним. Ну, я, как говорится, северный человек. Я воды не боюсь холодной. Я, наоборот, жары боюсь. Поэтому для меня, да, мне 25 градусов плюс, мне хватит. А вот минус меня не пугает. Поэтому я пошла с ним буквально на следующий год, как только начались морозы, в Аполлонку. На следующий год я и мужа сагитировала, как он говорит, что с кем поведешься, так тебе и надо. Поэтому мы не пропускаем ни одних праздников. Конечно, так как Николаевич ходит каждый божий день, у нас лень. Мы, как говорится, не можем так сильно. Лень сзади, он там, он стоит. Но я, как говорится, иду последовательно за ним. Вот сейчас он открыл, не сейчас, уже 3 года, да? 3 года открыл бассейн. В этом бассейне вначале и сейчас оздоравливаются люди, больные люди, инвалиды. Он один просто не успевает все это сделать. Я иду как последователь, я ему помогаю, я помогаю. Ну, я сама медработник, провизор, вернее, бывший. Окончила курсы массажа. Поэтому, немножко разбираясь в анатомии, я также выучила его все упражнения, которые он в интернете выложил и рассказывает людям. Вот. И я делаю эту работу, то есть люди приходят, и я им помогаю идти в воду, рассказывая, объясняя со слов Николаевича, потому что он основной, я его просто помощник. Вот. Люди приходят к нам. Много людей приходит. Вот у нас сейчас 2 группы. Ну, где-то по 20 человек в каждой группе. Это 2 часа и 2 часа. Плюс сауна. Я б також про групу здоров'я поговорити буквально згодом, а зараз ми передивимося відеоматеріал про відкриття. А я нагадую, що в ефірі телеканалу «Віка» дієві особи. Сьогодні в нас в гостях мож із багаторічним стажем, також черкаський дельфін, рекордсмен і винахідник Олександр Толбатов та його послідовниця пані Клавдія, інструктор із плавання в групі здоров'я. До нашої розмови можете долучитися і ви за телефоном 37 53 33. Тож не боріться, ми чекаємо на ваші дзвіночки. А зараз подивимося, як же стартував у Черкасах 3-й сезон моржування. Так, я розумію? Цих людей не лякає ні низька температура повітря, ні пронизливий вітер. Для них плавати у холодній воді – звична справа протягом багатьох років. У Черкасах вкотре відкрили сезон зимового купання. Організаторами заходу виступили, зокрема, місцева школа здоров'я, клуб «Дельфін» та інші. Захід дуже вдався, дуже вдався. Тобто задивів таких в нас не було, серйозних. І ми бажали б, щоб більше було на землі людей, які займаються фізкультурою і спортом. Кількість моржів росте. Сьогодні було нагороджено нових 93 особи. Тому це є показник того, що все ж таки люди звертаються і починають брати своє здоров'я і займатися ним. Під час урочистого відкриття сезону представники міської та обласної влади нагородили грамотами найактивніших моржів. Долучилися до любителів зимового купання і учні молодших класів загальноосвітньої школи номер 34. Їх посвятили у морженята.
Багато моржів – люди поважного віку. Однак це аж ніяк не заважає їм загартовуватися і почуватися бадьорими і життєрадісними. Це наша стихія. Ми взагалі учні чотирьох стихій. Сонця, води, повітря, землі – це наше здоров'я, наші цілющі сили, наша наснага в житті. Вода добре, свіже, дарующая нам всем благодать, только вот принимай. Конечно, мать природа, она нас всех любит. И наше отношение к ней самое главное. Ну вот. Хочется жить, творить после этого, дерзать, двигаться вперед, жить. За словами одного з головних ентузіастів зимового купання Олександра Толбатова, черкаські моржі нещодавно побували на відкритті сезону у Севастополі. Там вони взяли участь у запливі на 1,5 кілометра, який завершили на лідерських позиціях. А я нагадую, тривають дієві особи, і у нас головні герої матеріалу, який ми щойно переглянули, це черкаський морж Олександр Толбатов та його послідовниця пані Клавдія, інструктор із плавання у школі здоров'я. Долучайтеся також до нашої розмови за номером 37-53-33. Скажіть, будь ласка, що для моржів, тим паче з таким досвідом, як у вас, означає от відкриття сезону? Ви якось готуєтеся, налаштовуєтеся до цього дня, чи ви постійно в русі і, в принципі, це звичайна подія? Ну, я обычно всім говорю, що моржі, вони 31 декабря закривають сезон, і аж 1 января знову відкривають. Це просто как бы для людей события, для людей, которые, ну, я бы сказал так, немножко слабенькие духом. И для них показать все-таки, какое движение уже получается у нас, в Черкасах. Мы пригласили гостей из других городов, вот, и чем чаще мы будем вот так собираться, как говорится, я бы хотел, чтобы не только открытие сезона моржей было, а, допустим, просто слет моржей на очередной, там, на какую-то, под какую-то дату. И чтобы чаще приходили люди, которые, ну, слабенькие еще, не могут переступить через себя и сдружиться с природой. Они кутаются, как говорится, ну, слабенькие. А вот когда они общаются с нами, я вот всем говорю, ну идите вы к 7 лекарям. Ребята, 7 лекарей, я считаю, это песочек, водичка, воздух, звездное небо, луна, солнышко. И самый главный лекарь – это мы, люди. Чем больше нас будет ходить в природу туда, просто прийти посмотреть, и потом друг дружку, как говорится, оно, когда вот зачастую у нас ходят, ходят люди, потом говорят, Александр Николаевич, ну вот как начать? Я говорю, плавочки взял, или там купальничек есть в авоське, или в сумочке? Есть. Я говорю, вот там есть бытовочка, переодевайся, раз уж пришла сюда, значит, ты уже созрела. Просто хочется лишний раз спросить, какое мое напутствие? Если хочешь стать здоровой, станешь. Если хочешь продолжать болеть, то тоже будешь болеть. А скажіть, будь ласка, з чого у вас почалася любов така до води, до холодної води особливо? Я нас... знаю, що ви вважаєте, що холодної води в принципі немає. Нас нету, да. Вот. И, между прочим, это вполне серьезно. И если мы будем говорить слово «холодное», мы сразу себя зажимаем изнутри. Понимаете, мы сжимаем себя, а надо наоборот расслабиться, и тогда лучше входишь в водичку. Надо, когда организм расслабленный, тогда мышцы легко тренировать. Тогда опорно-двигательный аппарат, вот у меня были проблемы огромнейшие с моим позвоночником. Было 7 грыж в позвоночнике, была и одышка, аритмия. Букетище целый болячек был, но тем не менее я своим желанием быть здоровым, я себя вытянул
можно сказать, из бездны. И сейчас я радуюсь жизни. Бывают случаи, но я же опять хочу повториться, что не ошибается тот, кто вообще ничего не делает. Если бы я ничего не делал, то я бы наверняка же был бы, так сказать, дома. А сейчас пока еще живу в гостях. Это образно, да. Вы погоджуетесь с паном Александром? Ну, конечно, я полностью с ним согласна, потому что он сейчас говорит сущую правду. Потому что люди, которые ничего не делают, они только стонут и проклинают или там жалуются, что вот у них в жизни так. А надо действовать. Поэтому вода ли это, прогулки или просто-напросто пешком, или бег, или... Ну, если человек за себя думает, то он идет вперед. Если он лежит на диване и стонет, то он готовится тоже куда-то идти. Скажіть, будь ласка, як змінилося? Ви вже 7 років разом з паном Олександром і моржуєте, і плаваєте, і в жилетах тренуєтеся. Чи відчули ви на собі особисто дію цих вправ і дію води цілющої? Чи змінилося якось ваше здоров'я в плані покращення? Я спочатку скажу за Олександровича. Я ж не зря сказала, що я влюбилась в нього з першого разу. Це чоловік, який змінив сам себе. Він змінив, спочатку він змінив себе наружно. То есть он сейчас, разве ему даже столько лет, сколько он, 16 лет, правильно? У него мышцы накачанные, он чувствует себя именно на 16 лет. Вот. А потом, после того, как он себя физически сделал, можно сказать прям так, физически сделал, он начал себя делать внутренне, потому что он, видя, как он преобразился, и мы, видя, как он преобразился, он несет людям, люди, смотрите на меня, смотрите, вот мы рассказываем ему, каким он был и каким стал. Он сейчас несет людям не только физическое, вот чтобы это тренируйся, он им несет сердечное добро, он ему несет тепло. Поэтому, когда рядом находишься с ним, вот вы сразу сказали, что позитив, с ним находишься, это не то, что позитив, это какой-то вулкан энергии такой, что... Хочется быть с этим человеком, хочется идти за ним, хочется пропагандировать то, что он делает, потому что он одержим этим, он одержим, он сам себя, как говорится, поставил на ноги, и он хочет, люди, смотрите, идите же за мной, не хотите за мной, хотя бы посмотрите, как я делаю, не делайте так, что 365 раз в году идти в море. Никто, и я не пойду, потому что лень там он стоит. Вот. Но идите и закаляйтесь. И все. Там ничего нет. Ни денег не надо, ни кому-то платить, ни лекарства пить. Ничего не надо. Ты сам себя оздоровляешь, сам себя чувствуешь человеком. Вот и все. Поэтому, смотря на него, я смотрю на себя. Кроме этого, он, как говорится, и правильно питается. Я ленивый человек, я не люблю готовить, но зато я голодую. Я занимаюсь энергетикой, я занимаюсь медитацией. Тоже стараюсь что-то, кроме этого, я еще добавляю. Потому что время такое подошло, я не хочу болеть. Я хочу быть здоровой, я хочу быть молодой, я хочу быть доброй. Я хочу бути рядом з Ніколаєвичем. А відчули позитивні зміни? Можливо, там ви часто хворіли чи респіраторними, чи грипом, а тут почали загартовуватись і вже з тим проблем немає. Якось можна вже на конкретно вашому прикладі сказати, що це корисно? Я, кажуть, 8-10 років назад у мене скорая допомога. Я медработник, аптечний работник. Медикаменти у мене, як говориться, завжди були під руками. Я знала, що робити. Але я 8-10 років назад у мене скорая була 2-3 рази в неділю. Меня часто увозили с гипертоническим кризом. Откуда этот гипертонический криз? Что такое у меня было? Я не знаю. Сейчас 8 лет, я вообще не знаю, что это такое гипертония. Вообще не знаю. И, как говорится, я дома рассказываю, я говорю, дети, идите вы тоже со мной. Лентяй же, понятно. Муж со мной. Я забыла это. То, что респираторными заболеваниями, я, как говорится, я северный человек, поэтому я говорю, что северный человек. Я не болела, но я чувствую себя совсем по-другому наружне. Наружне совсем по-другому чувствую. Я хожу бодро, я бегаю, я не хожу, я бегаю. И поэтому с удовольствием я помогаю Николаевичу.
с удовольствием на него смотрю. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от пані Клавдія говорить, що лінь заважає. Скажіть, будь ласка, як ви долаєте лінь і чи заважає вам вона? Хотите, я просто розкажу стихотворення, яке живе у нас там на пляжі. Ви ще й вірші пишете. Нет, ну это составляла девушка 82-й год, ей идет сейчас. Mm-hmm. Вот, но очень хорошее стихотворение она нам сложила. Мы его назвали «Вот это жизнь». Если хочешь быть здоров и забыть про докторов, клуб долгожитель отправляйся и новой жизнью наслаждайся. Черкасский морж А.Н. Толбатов возглавляет коллектив. Сумел десятки инвалидов оздоровить, омолодить. Он на Днепре рекорды ставил, через Босфор переплывал. И с командой «Долгожитель», где он только не бывал. И ты не будь ленив, пассивен, не валяйся на тахте. Забудь про тапки, телевизор, и жить не будешь на 3Т. 3Т – это тапки, тахта и телевизор у нас. Вот. Скорее в путь. Коль ты надумал, долго жить и не тужить. Иметь друзей хороших, добрых, то сотню лет ты будешь жить. Я всегда добавляю, это как минимум. К нам скорее приходите, все от взрослых до малых. Мы вас всех с любовью встретим, и здоровых, и больных. Адрес: пляж, Ричпорт, всегда, каждый день с 5 утра. Вот такое у нас живет стихотворение. Дуже гарно. А скажіть, будь ласка, от ви щоранку о 5 вже на пляжу? Да, кожна утречка. Я йду туди. У мене кожне утро, от зараз, поки льда нету, у мене підйом 3:30. 3:30. От на мобільному телефоні у мене завжди стоїть цифра. Підйом у мене 3:30. А о котрій ви лягаєте? Скільки спите? А, коли вже прийдеться. Но самое главное, у мене підйом 3:30. Чому? Я должен 5 часов, просто обязан перед собой и перед теми людьми, которые бегут на работу, я обязан открыть двери наших бытовочек. Ты, Господи, это глупо. Да, вот это мой телефон. Это ничего. Вот. И я поэтому... Ваши последовательные команды стало услышал. И поэтому я... прихожу туда, но я прихожу всегда с удовольствием. Почему? Потому что я пригодился людям. Это самое главное. Чего? Все гаразд. Не знаю. А скажите, будь ласка, скільки років ви займаєтеся маршруванням і от таку от систему випрацювали і зрозуміли, що ви дійсно потрібні людям і що ці вправи і той спосіб життя, який ви пропагуєте, він потрібен? До 2004 года я, как говорится, шлифовал себя, работал над собой, приводил себя в порядок. С 99 года до 2001 года я интенсивно занимался. Потом стал путешествовать по нашему водохранилищу, стал ставить себе задачи туда пройти. Обычно пройти? Да, ну, моряк же не плавает, он ходит. Поэтому такой термин. Обычно я под День независимости Украины, и который совпал как раз с днем рождения моей дочери Светочки, то я старался делать себе такой дальний заплыв. Ну, видимо, от того, что я в 2001 году прекратил дружбу со спиртным и с куревом, то я решил в эти дни, в знаменательную дату, просто отдать дань, как говорится, и нашей родине, и поздравить таким образом мою дочку своим очередным достижением. И так, благо водичка тогда 22-23 градуса бывало, ну до 20, когда с Кани вошел на Черкасы, было 20 всего градусов, но тем не менее у меня... 25,5 часов я был в водичке, все нормально, все в порядке. И интересно стало жить, очень интересно стало жить. И когда я встретился с Константином Петровичем Проценко, заместителем
управления. Да, Главного управления. Про службу Главного управления. Да, да. То он, когда увидел меня впервые, говорит, с вами что-то случилось, а я же иду, путешествую, они на катере меня догоняют, говорят, что-то случилось. Я говорю, да нет, все нормально, я путешествую. А как это таким образом? Ну и потом, когда рассмотрели они жилетик мой, так сказать, говорит, Николаевич, если не запатентуешь ты, то запатентую я его. Это нужно людям, нужно выдавать людям как можно быстрее, что ты сам ходишь только. И я тогда подал на патент, в 2004 году подал на патент, и ну, за 2,5 месяца мне выдали патент на руки. Без всякой проволочки, без нічого. Потому що цей жилет, він виконує... Це зараз у нас в студії. Давайте, можливо, ми покажемо телеглядачам і детальніше розповімо про цю конструкцію і навіщо вона потрібна. От цей жилетик, він виконує 3 функції. Як і записано в патенті, виконує 3 функції. Боротьба за спасіння людей, борьба за оздоровление людей и борьба за экологию. Почему мне за 2,5 месяца выдали без всякой проволочки патент? Потому что здесь используется в основном вторичное сырье. Пластиковая бутылочка, отходы пенопласта, которые идут с упаковочек, с бытовой техники, сейчас и мебель крутая идет. У меня даже, я когда приглашают меня на лекции, там, как говорят, модно сейчас называть, на мастер-класс, то я в конце лекции всегда говорю, у меня такая мечта, ребятки, чтобы люди стояли в очереди за бытовой техникой для того, чтобы применить пенопласт, добыть пенопласта. Сейчас просто горы его, этого пенопласта валяются, и у меня душа болит за это дело. Ведь подумать, если каждый человек возьмется и поделает себе по жилетику, насколько легче мы будем дышать. А так пенопласт этот сгорает на свалках, бутылочки сгорают. И мы дышим этими газами, чадным газом. Ну и, наверное, озоновые дыры эти тоже немаловажную роль играют, вот это отходы. А так оно, я даю вторую жизнь этому вторичному сырью. Этого джина прячу в бутылочке, и вот на ближайшие 50 лет я всем говорю, ну неужели нельзя себе любимому сделать на ближайшие 50 лет такое удовольствие? Вот смотрите, в Штатах 72 человека погибло. И я ревностно слушал новости, ни один раз не сказали, что запаситесь спасательными средствами. Просто выселяли там, их переселяли и все такое. Можно бутылочки в авоське под лука набросать туда, бутылочки пустые закрутить и привязать одну сеточку сзади, одну спереди. Все, человек спасен. А так люди гибли, как курчата. И в Англии сейчас вот погибли. Опять же. А давайте ви розкажете про переваги, продемонструєте, як же цей жилет сидить на тілі людини і які його прямі функції. Ну, крім того, щоб врятувати екологію, що ще він може зробити? Значить, він допомагає повністю розслабитися на поверхності води. Обережно з мікрофоном, щоб ви не зачепили. Він допомагає повністю розслабитися на поверхності води. І розслабити мишці свої. Ну, я не буду лямочку безопасности, оно здесь, конечно, можно одевать лямку безопасности, оно нужно, но я могу и одеть, в принципе. Да, втягнить, чтобы все давайте. Как там, чтобы вам допомогти, чи вам, пані? Нет, оно легко одевается, я в нем работаю, в этом жилетике. Сейчас на одежду, конечно, его надо, чтобы он был поплотнее, но я примерно покажу. Он должен... Тесненько, как говорится, да, тесненько. Угу. Чем плотнее он будет одет, я всегда говорю, это как женский корсет. Он, во-первых, и формирует талию тогда, преобразует, так сказать, эту жировую массу вашу лишнюю в мышечную массу. И тогда, ну, как говорится, более вы окультуриваетесь, вот так образно говоря. И еще он выполняет, когда я особенно вращаю спираль в воде, то бутылочки, прокатываясь по моему
воде, если я работаю, то бутылочки, прокатываясь по позвоночнику и по мышцам, которые держат позвоночный столб, они очень хорошо массажируют. Он работает как массажер. Почему я в материю не одеваю? Потому что когда шел с Канева на Черкассы и одел обыкновенную футболочку, то получилась мокрая граница. И я сказал, в жизни никогда я не одену в тряпочки. Треба на голое тело вдягати. На голое тело, на голый торс. Чем плотнее будет прилегать, пластик хорошо пропускает тепло от пенопласта к телу и от тела к пенопласту. И получается, почему я не перемерзаю, вот если иду на дальнее расстояние. Я работаю, все время работаю, нормально, я не перемерзаю. Но этот раз случай был такой, что у меня ноги обездвижились, веревочка связала ноги, закрутила. Это же смужка, веревочка, мотузочка, и нас жилет, а это вивинок, так я разумею? Да. Да, но там просто нюанс этот надо было доработать. Просто веревочку отбросить, и тогда такого у меня не случилось. А это жилет целиком надежный и безопасный, так? Он, конечно, при помощи его я могу покрывать любые расстояния. Как говорится, я вот и по полтора часа я работаю в водичке, и ничего со мной не становится. Но здесь был такой экстраординарный случай, что я попался. Ну ничего, на ошибках учимся. Я не расстраиваюсь ни грамма. Я благодарю Господа, что Он со мной этот эксперимент сделал. Теперь люди после меня таких ошибок не будут делать. И я сам тоже не буду делать. Скажіть, пане Олександру, а цей жилет, напевно, масу тіла розрахований, чи він може витримати будь-яку вагу? Чи потрібно більше пляшок з пенопластом? Яким чином? Отличний вопросик, я з удовольствием даю відповідь. Значить, в Інституті інтелектуальної собственності проводили іспитання і прийшли к заключенню, що условний літр, заповнений пенопластом, ну, здесь 0,75, но условный литр, он обязан держать не менее 10 килограмм веса. Но не дали бы мне патент, как рятувальный жилет Толбатова, если бы он держал только одного человека. Он обязан держать двоих. Серьезно? То есть двойной запас должен быть. То есть вот этот жилет, я вам честно говорю, вот этот жилет меня, Клавдию Георгиевну и вас, Олечка, он будет спокойно держать на поверхности воды. Это я отвечаю, хотя бы завтра утром после проверим. Ну я еще так не готова, так раптово так можете сказать жилет. А скажите, будь ласка, як, не знаю, налаштувати, що потрібно для такої людини, от як я, яка, в принципі, не загартовується, крім холодного душу контрастного, як піти і почати плавати? Ну, для мене в холодній воді, ви вже пробачите, ви кажете, що холодна вода, але мені вона холодна, от та вода, яка зараз у Дніпрі. Як налаштуватися, чи потрібно якось спеціально підготувати свій організм? Я можу повторитися, але приглашаю всіх приходити і в долину Троянд, там, де клуб «Дельфін» займається, і к нам туди, на пляж «П'ятачок». И побольше смотреть, как люди работают. И посмотреть, я всем говорю, приходите с 5 часов утра. Приходите. Треба ще ж прокинутись. Да, треба прокинутись. Если хотите быть здоровыми, то прокиньтесь, будь ласка. И перед работой придите, посмотрите хотя бы. И вас обязательно это зажжет. Обязательно. У нас очень многие ребятки ходят. Я так цепляю их. Говорю, подходите ближе, они... Да мы уже с вами говорили на эту тему. То есть, они уже были, а все равно еще приходят, но они еще как бы не созрели. А потом, в конце концов, они приходят и говорят, Николаевич, все, мне надоело смотреть на это дело, я решила пойти в водичку. Пожалуйста. Заходит туда, у нас всегда там чаек есть после этого дела, и я рекомендую сначала хотя бы один раз присесть по шейку. И все. Не надо даже за головкой окунаться. По шейку присела, и тогда выходит, оно, кровь начинает играть, и просто жить хочется, очень хочется. И вот честное слово, мне очень интересно стало жить на этом свете.
А пані Клавдія, вам також цікаво стало жити, ви про це говорили. А ви інструктор з плавання і ви проводите групи здоров'я, так от інструктуєте в басейні, я так розумію. Люди у вас, скільки людей займається і чи працюють вони в таких жилетах, чи це якісь інші вправи? І які вправи можна виконувати в таких жилетах для покращення самопочуття і здоров'я? В бассейн приходят люди совершенно разных возрастов. От маленьких, ну это мама приводит, а купается. Но в основном это люди где-то после 25 лет. Потому что ну, неправильный образ жизни. Этот компьютер сидят, так как ну, не занимается физическими упражнениями, не ходит, не бегает, ни зарядочку не делает. В результате у нас садится позвоночник. Раз садится позвоночник, значит, начинаются прострукции, грыжи, значит, начинают цепляться руки, ноги, боли отдают везде. И люди начинают искать способ, как от избавиться. Вот приходя к нам в бассейн, мы их одеваем вот в эти жилеты. Конечно, я сначала спрашиваю, какие проблемы. Вот, одеваем на них этот жилетик. Я показываю упражнения. Упражнения в основном направлены на растяжку мышц спины, грудины, рук, потому что часто бывают суставы у людей тоже больные. Вот. И начинают люди плавать, начинают растягивать мышцы. Растягиваем мышцы, уходит сколиоз, растягивается позвоночник, начинают уходить грыжи. Человек начинает чувствовать себя уже более здоровым. Ну и плюс того, что обстановка-то в бассейне, люди-то приходят добрые, вот. Они хотят здоровья, они общаются между собой, притом вода прелестная. Тут у нас еще сауна, душ горячий, общение. Ну, женщины начинают готовить салаты и готовить печь пирожки, записывает кто что. Ну, жизнь. Поэтому приходится, человек пришел на 2 часа, он получает эмоцию от воды, эмоции от сауны, эмоции от общения, улучшение здоровья, улучшение самочувствия. И на другой день он ждет, он бежит к нам в этот бассейн. А сколько коштуют занятия? Занятия очень дешево. 2 часа удовольствия стоит 25 гривен. Притом еще Николаевич предлагает покупать абонемент. Этот абонемент стоит 250 гривен на 12 занятий. То есть получается, что 20 гривен одно занятие. Это 2 часа бассейна и 2 часа в это же входит. Еще и сауна, и общение. Да это, я не знаю, то, что дешево, это одно, а то, что сколько удовольствия, сколько позитива. И а сколько здоровья? А желаты безкоштовно? Да, это вы на всех желаты нарубили? Конечно. Николаевич столько их там наделал. Мы приходим, мы подбираем жилеты, стараемся, чтобы оно было ему или ей по размеру, потому что плавает. Кроме жилета еще у нас есть лопаточки для рук. Покажите, Николаевич, где вы там лопаточки для рук? Вот такие вот лопаточки для рук. Мы одевается. Вот смотрите, как оно. Это тыльная сторона, вот это обычная сторона. То есть получается, человек плавает в этой лопаточке, он начинает грести. Когда он грядет, я тоже даю упражнение. Вы уж извините. Ничего, у вас вот. Такого. Да, возраст у меня, я же говорю, мне всего только 15 лет, ну, после 50. Вот. Поэтому вот это место у всех, оно, видите, как вы. Вот. Я показываю упражнение, чтобы у нас этот трицепс укрепился, да. Вот. И получается, когда человек плывет, он же огребается, и когда он растяжку делает, он же вода ему сопротивление дает, значит, мышцы. За рахунок этих лопаточек, да? Вот. И получается, плавает он у нас. Кроме этого, у нас есть еще растяжки там есть. То есть мы, ну, Николай сейчас не принес, но это обычно там мы привязываем такие. Как их? Обжимки, ножки обжимаем вместо вас для ног. За ноги мы привязываем, то есть шнур такой специальный, за ноги привязываем человека, ну вот, и он плывет.
мы говорим, что там он Турция, вот до Турции плывите. Он плывет, он старается вот опять с этим, он же огибается, вот плывет туда, туда, туда. В результате растягивается позвоночник. Вот. И он на одном месте плывет, а растягивается позвоночник. Он никому не мешает, потому что 20, 16, 18 человек, которые у нас приходят, вот, им надо где-то плавать. А тут он, как говорится, одно и то же место занимает, как будто один человек плывет, но зато идет растяжка. Вот, вот это мы, как говорится, делаем. Люди растягивают позвоночник, растягивают мышцы, убирается сколиоз, всякие грыжи, все. Вот, работают все суставчики, все, все тоже это все. Вот и все. Скільки потрібно таких занять, як довго потрібно тренуватися, бо я знаю, що грижі позвонка, вони прибираються тільки хірургічним таким втручанням, операційним. От смотрите, що таке грижа. Це у нас два позвоночника зійдеться. Між ними таке кольцо. І от це кольцо виходить, і його позвоночник вторим зацепляється. І грижа от десь от. А коли ми робимо упражнення на розтяжку, ми розтягуємо позвоночник. Куда грыжа девается? Она старается встать на свое место. Вот мы растянули позвоночник, оно ушло сюда. И опять позвоночник встал. Конечно, если вы пришли один раз в месяц, а потом говорите, а мне вот это не помогает. Естественно, не помогает, потому что один раз. Для этого, наверное, заболеваем-то мы. Сколько лет живем, столько заболеваем, болячек накапливаем. За один раз-то никто это не сделает. Поэтому для этого есть и тренировки. Для этого же зарядочки, тренировки, вот это все. Поэтому кто-то может за месяц убрать, а кому-то надо и год. Потому что у каждого организма, это наш компьютер, каждый организм свой, и каждый по-своему. Кто-то, как говорится, боится двигаться. А раз он боится двигаться, значит и мышцы не двигаются. А кто-то начинает работать. Поэтому если человек работает, если он пришел за здоровьем, он работает. Отдых, остались правильно, остановился у нас на 15 минут, мы салаты готовим, пошли в баню и опять пришли, и опять работают у меня люди. Кілька позитивних прикладів зцілення від гриж позвоночника є уже в вашому клубі довгожителів. Чи це ще так ви нарахували? Ой, ви знаєте, тяжело считать. Ну, у меня у первого 7 рыж было, и доктора считают меня революционером в медицине. Хотя я не считаю, что это что-то революционное. Я просто был, вот представьте себе, в армии я был, замеряли меня в военкомате, был 1,81 м рост. Сейчас мне идет 67-й год, а у меня рост 1,82 м. Вы подросли? Да, почему-то подрос. Я подрос своим трудом, каждодневным трудом. Водички я работаю ежедневно, 14-й год. Мне говорят, а если вот не ходить, то почему же я должен не ходить? Я что, должен опять спуститься в болото, как говорится, в больное в это? Хватит, я намучился. Вы не хвориете? А зачем? Не, ну а зачем хворить? Я каждый день просто, мне некогда болеть. Просто некогда болеть. Вот даже попал в больницу, и мне некогда там поваляться. Хотя мне говорят, да полежи, да отдохни. Когда, ребята, некогда болеть. Мне очень интересно стало жить, и мне очень радостно стало смотреть, сколько идет народа. Я не могу уже без, ну, жить. Это, ну, как говорят, твой стиль жизни. Да, мой стиль жизни. Говорят, ты присел на водичку. Да, я присел на водичку. А кое-кто на водичку. Краще на водочку. Лучше на водичку присесть. Да. Оно больше пользы экономии, во-первых. Вот у меня есть возможность сейчас путешествовать с ребятками. В моем клубе очень много. Мы ездим по слетам моржей. В Днепропетровске открыли сезон моржей. Потом в Севастополь съездили. У нас... Теперь едем, 7-го выезжаем на город Саки. То есть есть возможность поездить, потому что мы ведем здоровый образ жизни, и нам это, ну, более по плечу, как говорится.
А в нас є позитивний відеоматеріал про те, як плавають ваші послідовники в Дніпрі і як вони загартовуються і спілкуються з природою. А я нагадую, що тривають дієві особи, і у нас в гостях мор з багаторічним стажем, черкаський дельфін, голова обласного клубу черкаських довгожителів Олександр Толбатов та його послідовниця, інструктор з плавання пані Клавдія. Тож давайте переглянемо відеоматеріал, а за мить в нашій студії з'являться вже нові дієві особи. У 1973 році родина Толбатових переїхала з Донбасу до Черкас. За кілька років у сім'ю прийшло лихо. Чоловік потрапив у аварію. В результаті аварії відлетіла селезенка, вся кров йшла в брюшину, мене вскривали повністю. Серце змістилось, було, ну, ліва сторона була відбита, і м'ясо від кості відставало. І ключиця була зламана. Ну, мене привели, так сказати, вивели з... Як говориться, возвратили в эту жизнь. Аварія мала і інші наслідки. Лікарі знайшли у чоловіка 7 гриш у хребті. Та Олександр Толбатов інвалідом себе визнавати не захотів. Більше того, він знайшов дар та сили зцілити себе. За освітою газоелектрозварювальник панацею віднайшов у воді. Щоранку, незважаючи на погоду, Олександра Толбатова можна зустріти ось тут, біля Дніпра. І так уже протягом більше 10 років. Завдяки моржуванню Олександр позбувся поганого самопочуття, грижі хребта і інших болячок. Чоловік не лише зцілив себе, а й дбає про інших. Олександр Николаевич у нас шеф наш, от, душа компанії, організатор. От. Ну і ми, слідуємо його приміру, теж стараємося підтримувати здоров'я. Здоров'я, звісно, улучшається в зв'язку з тим, що організм закалюється. От, і вже, як говориться, з вірусами бореться краще, ніж незакалений організм. Підкорювач водних просторів Олександр Толбатов задля спасіння людей сконструював рятувальний жилет. Позаштатний МНСник, так його називають знайомі та друзі, врятував не одне людське життя. Та до слави чоловік байдужий. Це не гордость, це просто зараз моя місія. Після двох клінічних смертей я для чогось тут залишен в цьому світі. То моя місія тепер цих несмишленішей, які сидять в бетонних стінах, старатися їх вивести. Нині Олександр Толбатов очолює Черкаський обласний клуб довгожителів та є почесним головою організації інвалідів соціум та клубу «Домосиди». Всі, хто бажає собі стати здоровими, ті становляться. Хто йде за здоров'ям, тот його отримує. Хто просто для моди приходить, тот, звісно, не отримує здоров'я. У мене є такі єдиниці, але ті, кому пощасливилось стать здоровыми благодаря ихнему энтузиазму, то их уже, я не знаю, тысячу вряд ли уместишь. Олександр Толбатов відомий ще й в Криму. Він почесний морж міста Саки. А нещодавно він отримав статус білого ведмедя. Це найвищий титул серед моржів. Та своїх учнів Олександр Толбатов – кумир та приклад для наслідування. Він мене навчив всьому. Він мені подсказал, он меня повел вперед, он себя исцелил, он движет людей, которые за ним идут, он подталкивает людей, которые еще не нашли себя, он всем рассказывает, показывает, люди, пожалуйста, занимайтесь, поборите свою лень. І посмотрите на нього. Ну, на нього нельзя, смотри, нельзя не влюбиться. Методику Толбатова вже встигли оцінити у Вінницькому госпіталі Великої Вітчизняної війни. А нині вона чекає затвердження у Міністерстві охорони здоров'я України. Закаляйся, якщо хочеш бути здоровим. На дворі холод, а їм байдуже. Швидко роздягнулися і з посмішкою, бадьорою ходою прямують до води. Було любопитство, а потім це затягнуло, і от уже майже 3 роки я кожен практично день отримую удовольствие. Наш дитина, він просто сьогодні в школі, він теж разом з нами. А ми займаємося з природною, з енергіями стихій. Це сонце, вода, воздух, земля. Тобто беремо енергію і заряджаємося на цілий день. Люди різного віку, різних професій об'єдналися навколо ідеї бути здоровими. Кожного дня вони загартовуються. Ох, хорошо, жить хороша і жить хороша. Вода прекрасна. Що холодніше, що краще,
очищение такое, бодрое, хорошее. Я каждый день как школьник, и зимой, и летом. Мне сейчас 70 років. Начинається друге життя. Моржі не відчувають холоду. Кажуть, від колючої води отримують задоволення. Вода замечательна. Тепла для нас. Для нас тепла. Водичка дуже прекрасна. Сьогодні 3,5 градуса. Дуже приємно. Покупались. Кожне утро ми тут займаємося вже багато років. Чоловік 100 кожне утро з 5 утра вже. И до 9 человек 100, наверное, проходит на нашем пляже пятачок здесь. Чимало з тих, хто поліз у холодну воду, мають проблеми зі здоров'ям. Черкасці переконані, що вода зцілює. Єдиний секрет – забути про хвороби, віддатися природній стихії і серцем, і розумом. Моржую второй год уже. Слава Богу, все нормально, не болею. Добираюсь сюди, стараюсь кожне утро не пропускати. Морщі зі стажем не лише набираються здоров'я, є ті, хто наставляє та навчає інших правильно заходити у воду. Олександр Толбатов – голова клубу довгожителів. Небайдужий морж і соціально активна людина. Його обличчя знайоме багатьом. На телебаченні Олександр Толбатов – частий спікер. З телекомпанії «Віка» ми співпрацюємо вже з 2004 року. Я дуже радий, що ці хлопці якраз в цей день вирішили приїхати до нас. Такий замечательний день. Свій заплит черкаська команда моржів присвятила телевізійникам. Як стверджують самі моржі, саме завдяки тележурналістам їхні історії стають відомі більшості. Відтак збільшується когорта тих, хто не боїться холодної води. А тривають дієві особи. Сьогодні в нас в гостях ті люди, яких ви щойно бачили на екрані. Це морж з багаторічним стажем, винахідник, засновник черкаського клубу довгожителів Олександр Толбатов. І з'явилася ще одна чарівна пані, теж його послідовниця, теж морж, пані Людмила. Вітаю вас, пані Людмила. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, розкажіть, як ви захопилися моржуванням, плаванням? З чого у вас це все почалося і скільки років займаєтеся, власне? Ну, я за фахом лікар-гігієніст і викладаю 30 років в Черкаському медичному коледжі гігієну загальну, гігієну праці. І нашою основною задачею є, основним завданням – це формування здорового способу життя у студентів, у нашої молоді. Вони зараз дуже багато спокус у житті, і нікотин, і наркотики, і алкоголь. І тому це наше основне завдання. Але знання буде тільки в тому випадку правдиве, коли воно пропущене через особистість. Тобто я можу тільки тоді пропагувати, як я від цього відмовилась. І так, як я відмовилась, то я думаю, що мої знання будуть правдиві. І з віком ми всі приходимо до того, що якісь шукаємо системи оздоровлення. І прийшла я до системи Порфирія Іванова. І в 98-му році, це я запам'ятала цю дату досить чітко, 31 березня, я перший раз зайшла в холодну воду. Хоча в природі, хоча до цього після бані ми завжди купались в холодній воді в басейні. А в природі я зайшла 31 березня 98-го року. Що вас понукало, чому саме в цього дня, що ви так запам'ятали? Ну, тому що перед цим я голодувала 3 дні. У мене був такий настрій зайти, поїхала з чоловіком, він мене відвіз, сказав, далеко не захочу, щоб я тебе достав, дотяг до берега. І таким чином я зайшла, і мені це сподобалось. І я почала купатися, через 2 роки до мене приєднався мій чоловік. І ми почали, тоді були, ну, скажімо, труднощі з ополонками. Ну, в місті їх не було так багато, і ми їздили аж туди за силікатний завод, і там окуналися. А потім на митниці я певний час ходила, і 3 роки тому я прийшла в річковий порт, познайомилася з Олександром Миколайовичем і почала туди ходити постійно. Мені сподобався колектив, який там є, і люди, і Олександр Миколайович як особистість. І відтоді ви разом. І відтоді ми разом займаємося пропагандою і залученням молоді туди. Мої онуки теж, у мене
троє онучок і один онук. І всі з дня народження практично ми їх окунаємо, тільки прийшли з пологового будинку і пішли в холодну воду зразу. Серйозно? Да, ми, ну, холодна як? Відносно, там вони в кімнатну температуру, там десь градусів 17-18, і перше їм так водохреща робимо вдома, а потім окунаємо їх постійно. І в цьому році ми з квітня місяця почали свою онучку купати в рік і 7 місяців, вже в відкритій водоймі. Да. При якій температурі водойми? Да, температура, мабуть, була градусів 15. Не менше. У квітні менше була. Як дитина, а як ваша онучка себе почуває? Вона хорошо себе почувала і зараз почуває, і зараз ми її вже не в відкритій водоймі, а в нас є вдома дубова бочка з холодною водою, і ми там її постійно купаємо. А вона ще народилася на 9 травня, ще найменша онучка, так ми її купаємо постійно в цій дубовій бочці. Як ваші діти ставляться до експериментів? Вони самі, у нас всі моржі. Просто нема можливості щодня ходити на, бо дітки маленькі, а так вони позитивно відносяться до цього і підтримують, і теж шукають всі шляхи оздоровлення, щоб оздоровити себе і дітей. А відчули от якісь зміни? Ви особисто в своєму самопочутті, ваші діти, ваші онуки, як змінилися? Звичайно, це заряд енергії на весь день. Тобто це ж ми ж підтримує нас і матінка земля, і вода, і сонце, і повітря. Тобто це настрій і енергетика, і у нас резерв організму запрограмований на життя більше 100 років, а ми його використовуємо, розбазарюємо наше здоров'я. Ну, а завдяки тому, що ми ходимо на природу, то ми відтворюємо ці свої захисні сили. А я знаю, що ви разом їздили до Криму, так, відкривати всеукраїнський сезон моржування, і там ще і призове місце зайняли. Розкажіть, будь ласка, що це були за змагання, і я знаю, що ви одна із запрошених до Аргентини, якщо я не помиляюся, так? Це Миколаївич. Я її продав. Я извиняюсь на секундочку. Мені поступив дзвінок після повернення нас з Севастополя. Поступил звоночек с ICTV, с Киева, смотрю, 044, значит, Киев, вот, и представились мне, сказали, что Александр Николаевич, нам желательно бы две кандидатуры от ваших одноклубников, чтобы направить их в Аргентину на эстафету с водными преградами. На шоу такое. Я сразу же, вот честно вам скажу, откровенно, сразу у меня моя сестричка Людмила, то есть, ну, у меня родная сестра Людмила, а это сестричка по, так сказать, по моржеванию. По духу. Да, и по духу. И я им сразу предложил Людочку, еще одного паренька, но потом мы заменили его на Ваню Попушенко из Измаила, поменяли, он тоже вообще крепыш такой, он был, кстати, на заплыве вместе со мной, веночек этот отправляли, он с честью выдержал, хоть у них гораздо теплее вода, он здесь для него экстримно было, но тем не менее он прошел нормально, с честью. Но я хочу сказать за Людочку, что она вот в том году вынудила меня пойти на рекорд, ну, мой личный, по приседанию в проруби. Я 100 раз, она на следующий день хвалится, я 100 раз. Я 200 раз, она хвалится, я 200 раз. Я говорю, куда ты меня загоняешь? Что это такое? Ну, я же, ну, как мужчина, вроде должен больше, хоть на 10 раз. А она на утро говорит, а я тоже столько раз. И так этот, догнала. Змагання між собою. Да, до 500 раз мы дошли, что пришлось мне 622 приседания делать. Тогда она отстала немножко. Пані Людмила, чи готові ви до змагань в Аргентині і гідно представляти Україну як
Ну, там не змагання, там розважальне шоу. Я подивилася в інтернеті, як воно проходить. Там воно, звісно, цікаво і смішно. Ну, я не знаю, зараз тривають перемови, але не знаю, чим це воно закінчиться. Отбор буде. 20 чоловік з України. У нас будуть кандидати їхати туди, відберуть команду. Ну, я знаю, що наша Люда... Але в Севастополі, коли ми плили, я плила одна серед чоловіків. На 1.5 кілометра у нас був екстремальний заплив. Ну і там пригали. Такий був, да, дуже такий азарт, щоб дойти, щоб черкаси були на першому місці. Дякую. І дякую вона зайняла таку... второе місце, можна навіть сказати і перше, ну, так як вона уступила немножко мужчині. Да, я вас вітаю, дякую вам за цю таку цікаву, позитивну, неймовірно заряджену енергетикою розмову. На жаль, наш ефір вже добіг до кінця, і тому ми мусимо прощатися. А ми ставимо 3 крапочки буквально до завтрашнього вечора. І завтра, в середу, з 5 до 6, дієві особи знову в прямому ефірі на телеканалі «Віка». Тож будьте з нами і наповнюйте ваше життя неймовірним позитивом і енергією, як це роблять наші герої. На все добре!